В Иране сегодня последний день агитации перед назначенными на пятницу выборами в Меджлис, парламент страны, и в Совет старейшин, религиозный орган, выбирающий и отстраняющий от должности верховного лидера. И Меджлис, и Совет старейшин сейчас контролируются консерваторами. Два бывших президента-реформатора Ирана, Хатами и Рафсанджани, призвали сограждан обязательно прийти к избирательным урнам и поставить заслон консервативному экстремизму. Прошлый опыт реформистского правительства был успешным. Мы добились результатов в различных сферах, включая экономику. И если Аллаху будет угодно, мы продолжим так и дальше. В то же время консерваторы критикуют действующее правительство Рухани, считающегося по местным меркам либералом, именно за неспособность решить большинство экономических проблем, не говоря уже о его отступничестве от национальных принципов ядерной сделки с Западом. Мы считаем, сегодня главная проблема страны экономика, и следующему парламенту предстоит решать именно экономические проблемы. Всего в Меджлисе 290 депутатов, в нынешнем составе только 30 из них причисляют себя к реформаторам. 60 законодателей считаются сторонниками крайне жесткой линии. Большинство принадлежат консервативному мейнстриму.